Всем привет! Всем привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня мы будем играть в бейсбол, спасать от куби. Спасать будем землю нашу от кубиков злых. Мы будем играть в игру Red Ball, четвертая часть. Папа, засы. Что тут? Смотри, какой он квадратный. Злодей какой-то. Он говорит, я уничтожу вас и превращу вас в квадратов. Да. А шарики говорят, нет. И квадрись. И переживаю так. Но мы будем сражаться. В общем, мы хотим эту игру пройти от начала до конца. Будем выкладывать постепенно различные видео о ней, как мы проходим различные уровни, да? Но сейчас мы начнем с самого начала, да, Милана? Ага. Давай. Что нам тут надо делать? Катимся, катимся и собираем звездочки. Раз звезда, вау, два звезда, прыгаем, три звезда, какой-то мост. Вау. Эй. А, Милана, нам туда так просто не запрыгнуть. Нам надо вот так подвинуть. Вот этот ящик. Есть. Ух. И первый уровень мы прошли. Уровень второй. Звезда. Вау. А вот и квадратики. А интересно, что с ними делать? На них можно прыгать или нет? Да, можно. Ты уверена? Да, я видела, как на них прыгаем. Можно. Есть, Вась! Точно, мы его уничтожили. Вот, смешной колобок. Ух ты, замуровали нас. Разгоняемся, опа. А тут уже третий уровень. А под воду нам можно или нет? Нет. Нет, он может утонуть этот мячик? Да. На тебе, злодей квадратный. Я тебя... Если видела, в конце встречается наш большой квадрат. И этот не может на него напрыгнуть, говорит он. Ну, сейчас я тебе задам. Ах, вот так. И ладно, нам вот этот надо камень с тобой. Вау! Перепрыгнуть и вот сюда бы его... Ой! Обстит. Ему больно стало. Оказывается, на камень не надо прыгать. Есть. Нам надо камень как-то подвинуть туда. Разгоняемся. Перепрыгиваем. Осторожно. Вот здесь нам надо с камнем быть осторожно. Подвигаем и убегаем. Ай! Ай! Ух ты! Фух. Перепрыгнули. Есть. Берем звездочки наши. И вот тут звезда еще. На, злодей квадратный. Ой, он нас задел, у нас одно сердечко отнялось. Теперь мы его уничтожили. Ах ты злодей, он у нас, смотри, одно сердечко отнял. Видишь, у нас теперь мало сердечков осталось. Разгоняемся. Прыгаем. Ах, не перепрыгнули. Давай попробуем отсюда. А как же здесь перепрыгнуть? Кто знает. Нам надо как-то разогнаться посильнее. Вот с этой горки. Подпишитесь на лайк. Подпишитесь на лайк. Помочь. Есть, Милана, смотри, мы прошли. Ой, а там вон звезда вверху. Нам надо как-то ее прыгнуть. Допрыгиваем. Ах, не получилось. А, можно подвинуть вот эту штуку. И запрыгнуть на нее. Смотри. Двигаем. Оп. Есть. Получилось? Двигаем эту штучку. Это из ящиков оказывается. Какая из ящиков? Вот, вот эта штука? Да. А как нам на нее запрыгнуть? Мне так жалко одно сердечко. Тебе жалко одно сердечко? Да, он у нас отнял. Ой. О. Он отнял одно сердечко. Ну ладно, а как нам на нее запрыгнуть? Не знаю. Так вот и я не знаю. Да это ваш. А что тут делать надо?
Что это ее сложить? Может, эту телегу туда надо? Оп, нет? Запрыгиваем, во! Ага, разгоняемся, прыгаем, есть, во! Получай, злодей, на! Ух, какой-то мост! Вау! Шатается мост! Хорошо, что мы не упали. Так, здесь у нас что? Здесь у нас папа, опять... а знаешь, хорошо, что мы не упали. Ну, это-то хорошо. Вот здесь нам надо камень, вот этот вот сюда. Вот, смотри, здесь дырка. Нам нужно катим наш камень вот сюда. Нам надо его кинуть. Теперь у нас есть проход, чтобы подвинуть нам ящик. Вот он наш ящик. Двигаем его. И там теперь апельсины. Там апельсины? Угу. Почему именно апельсины? Я люблю апельсины. А может там мандарины? И мандарины люблю. Сюда запрыгиваем. Есть! У нас теперь уже 5-й уровень. Мы уже далеко забрались. Ой! Ты видела, я упал. Сердечко! И мы потеряли еще одно сердечко. Смотри. Прыгаем вниз. Смотри. Аля! Он так Смотри. Кричит. Сердечко. У нас 2 сердечка осталось всего лишь, по-моему. А, нет, 3, наверное. Но мы не можем тут допрыгнуть. Тут как-то так тяжело. Есть! Ух ты! Вот это я прыгнул. А тут надо осторожно. Тут опять этот злодей квадратный. Сейчас я тебя раздавлю этим камнем. Его можно раздавить? Можно. Ой, он утонул. Смотри, какой он, папа. Смотри, он булькает там. Ой, я прыгнул. Прям. Смотри, папа, как он делает. Смотри, я его опять сейчас. Вот тут, Милана, надо осторожно. Тут так. А, есть. Вау, это что такое? Какая-то вагонетка железная на колесах. Берем звезду. Так, прыгаем сюда, и мы прошли еще один уровень. Ой. И мы прошли уже 6-й уровень. О, смотри, курица. Ой, с рогами. А он нас, наверное, ай-яй-яй-яй. Ничего себе, он прыгаешь, он сразу на тебя катится. И так быстро. Смотри, ничего себе. Он даже зубами щелкает. А его, интересно, можно? А, его 2 раза аж надо. Эй, дайте звезду. Не могу допрыгнуть до звезды. Сейчас мостик скатится, я с моста с этого прыгну. Ой-ой-ой, тут шипы, осторожно. Прыгаем, нашу звезду берем, есть. Видишь, нам надо, чтобы до конца вот это заполнилось. Спускается наша штучка, это такая. На Пап, колесиках. Нам вернули сердечко. Так, Милана, что здесь у нас? Ага, тут какой-то ящик. А, вот нам куда его надо. Осторожно, а как же его двигать-то? Вот, прыгаем. Вау, осторожно разогнались. О, Милана, смотри, мы сейчас на чем-то поедем. Ю-ху! Сейчас горочки погоним. Вау! Эй, куда без нас? Куда удрала наша вагонетка? Вот она. Сюда надо было ящик свалить. Папа, смотри, как он делал. Смотри, он грустный. Угу. Он погрустнел, наш мячик. А как же мне теперь сюда свалить? Он говорит, что я, наверное, сюда не смогу запрыгнуть. Надо было нам сюда поставить вот эту вагонетку, а на нее сверху свалить ящик. И тогда мы бы запрыгнули. А как-то можно заново начать? Сейчас попробуем. Да, нам, наверное, придется этот уровень заново начать, потому что ну, мы не сможем ящик свалить. Ах ты рогатый! Получай он еще раз. Папа, смотри, когда мы его превратили в этого, я увидела, что он делал вот так вот. Папа, смотри, как он делал. Вот так прям, да? Да.
Эх, звездочку мы не можем взять. Придется опять наш мостик ждать. Осторожно. Прыгаем. Есть, звездочку мы взяли. Теперь остается подождать наш мостик. Вау, вау, вау. Лишь бы на шипы на эти не нарваться, а то я уже боюсь. Есть. Наш коробку двигаем сюда. Я упал. Так, что тут нам остается? 6-й уровень. Так, не можем мы все этот уровень пройти. А посмотри, он даже зубами щелкает. Да вообще этот зубастик зубами щелкает. Рогатый еще нападает на нас так. Мы же добренькие, мы вон улыбаемся. Смотри уж наша шарик, какая улыбка. Он добренький, а этот злодей такой хочет нас скушать и в квадрата превратить. Но мы будем бороться до конца, да, Милана? Да. Поехали! У-ху! Так, смотри, вот здесь нам нужно не промахнуться. Значит, давай, двигаем ее сюда. И нам надо с тобой коробку прямо на нее свалить. Сейчас попробуем, нам подвинем. И еще бы подвинуть. Или нам хватит места? Ну, давай попробуем. Берем звездочку и двигаем коробку. Вот. Папа, давай еще познакомимся. Ну ладно, смотри, я ее двигаю. Всем привет! Теперь бы запрыгнуть. Есть. Так, давай, где тут наш злодей бегает? Я боюсь его. Натик, а все, мы его уничтожили. Я боюсь еще. Ой, дяденька. Ай! Я этого еще боюсь. А ты не бойся, мы же добрые, смотри, мы улыбаемся. Да, этого я не боюсь. Вот что надо было сделать. Сейчас улыбка. Подвинем сюда. Улыбка. У него улыбка, он радостный мячик. Разгоняемся, прыгаем. Ай-яй-яй, вот так. А там этот злодей. На тебе квадратик. Это волшебная вода. Милана, мы не взяли звезду. Есть. Все папа, взяли. Знаешь, есть. Пап, этот плод был волшебный. Смотри, это что? Рогатый этот! А давайте его отпустим. На! Ах ты, он нас уколол своими рогами. Ай-яй-яй-яй. На! На, есть. Пап, вау! У нас одно сердечко было. Да, у нас теперь мало сердечка осталось. Ну вот этот наш, на тебе, на тебе. Вот тут, Милана, тяжело, смотри, вот как тут, фуф, есть. И тут еще злодей этот нас. С каждым уровнем все тяжелее и тяжелее становится. О, смотри, молотком его. Лишь бы нас так не сделала. Ай. Я же говорила, лишь бы нас так не сделала. Так вот и мы так попали. Ай-яй-яй, он орет. Вот так тебе. Вот так тебе, злодей. О, а тут какая-то бибизика. Мы тебе еще вот так сделаем. Ай-яй-яй. Бибизику двигаем сюда. Бибизика. Так, тут смотри, мельница, ух ты. Да, тут совайчик. А как нам здесь, это все нам двигать надо или что нам? Ну там камень нам мешает. А может быть вот так? Вот так. Вот так. Нет? Не хочет? Не хочет. А как нам на нее запрыгнуть? А может быть вот так? Да уж. Камень он не двигает, он не может. А, давай поставим эту штуку. Милана, вот я придумал. Вот так, вот. Смотри, мы двигаем сюда, и вон наш. Ау!
Запрыгнуть надо на эти крылья. Эти щетки. Ау-ау-ау-ау. Как сюда запрыгнуть-то? Есть, взяли. Идем дальше. Оп. А здесь смотри, как тяжело. Здесь нам надо сначала на мельницу запрыгнуть, а потом сюда. Опа, прыгаем. Есть. В общем, смотрите, мы остановились на 9 уровне. Мы продолжим уже в следующей серии играть эту игру с этого 9 уровня. Папа, смотри. Что? Вот. А, такой злой. Я говорю, жду тебя, красный мячик. Скоро я тебя превращу в квадрат такой черный, и ты будешь тоже злой. Но мы будем бороться. Смотри у нас. В 9 уровне нас встречайте. Ну а сейчас всем пока-пока. Пока-пока.